это коттеджи, которые также относятся к гостинично-туристическому комплексу. И здесь рядом река Каменка и купальня. Ой, приятный запах свежескошенной травы. Хотя сейчас еще все-таки май, 21 мая. И здесь что-то такое даже происходит. Какое-то мероприятие. То ли готовится, то ли будет готовиться. Добрый день, ребят, не подскажете, что за мероприятие здесь готовится? А, это банкет. Ну, это частное какое-то мероприятие. Мы не будем вмешиваться. Но вот да, это еще одна такая замечательная. Я впервые такое вижу. Ну ладно, а я-то, собственно говоря, пришел сюда с грешной целью все-таки искупаться. Ну, действительно, было бы смешно, если бы я побывал в Суздале и не искупался. Да? Вы тоже считаете, что это было бы смешно? Ну так, солнышко как-то нагревает. Вот там вот жуки плавунцы купаются вовсю. Вот. Ну, если он купается, почему мне не искупаться? Ну, я не думаю, что здесь вода много холоднее, чем в Калантаево на даче. Поэтому я все-таки вот тут такой процесс уборки.